Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A54 5G сделать скриншот. Существует несколько способов. Первый. Зажимаем клавишу громкости вниз и клавишу питания. Скриншот готов. Также, насколько я помню, здесь есть возможность сделать тремя пальцами вниз. Да, просто тремя пальцами вниз лист войти и скриншот готов. Также можем зажать тремя пальцами, после чего сразу подредактировать, как нам хочется. И нажимаем «Готово». И давайте зайдем в настройки. Последний способ. Это делаем снимок экрана. И можем сразу делать длинный снимок экрана. Готово. Нажимаем «Ок». И теперь заходим в фотоснимки, альбомы, скриншоты. И здесь находятся все наши с вами скриншоты. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!